Всем привет! Решил вот поделиться со всеми таким видео о таком вот мотоблоке. Мотоблок называется Hyundai T1200. Заметил, что в YouTube совсем нет обзора на это чудо техники. И вот решил залить небольшое видео о нем. За качество видео и звук, конечно же, я извиняюсь. Оборудования у меня нету профессионального. Так, любитель. Вот. Я не профессионал ютубер, каковыми нынче многие стали. Просто начинающий обычный видеоблогер. Вот. Повторюсь, всякой видео приблуды у меня нет, снимаю как могу, то есть просто делюсь безо всяких примочек. Вот. Итак, у этого чуда техники 7 лошадиных сил. Он достаточно мощный. Целину берет без напряга. Двигатель у него фирменный, Hyundai. Вот. Бензин кушает он АИ-92. Бак у него 4 литра 800 грамм. Вот. Масло 600 миллилитров, как и во всех мотоблоках. Обычная Сая В30. Вот. И в редуктор тоже масло 1 литр 200 грамм. Тоже Сая 30. Вот. Пишут, что производство Южная Корея. Но собран он, конечно же, в Китае. Вот. Ну, на официальном заводе. Вот я ходил на сайт, смотрел всю информацию, всю за это чудо техники проверил. У них в линейке вообще много всего. Всякой садовой, строительной техники. Вот. У этого мотоблока большой вес. 90 с лишним килограмм. Хотя выглядит он достаточно компактно. Вот. Редуктор у него вроде бы не разборный, а цельнолитой, какой-то чугунный. Чугунный, сейчас я попозже покажу. Вот. Ну, в целом, мотоблок собран достаточно, ну, качественно. Металл у этого мотоблока не сыромятина, как у многих китайских бывает, вот, люди сталкиваются. Вот. Мотоблок имеет фирменный небольшой прицеп самосвал. Вот такой вот с надписью Hyundai. Вот. С надписью Hyundai. Значит, прицеп с откидными бортами. Сейчас я тоже покажу попозже. И с бардачком. Вот инструментальный ящик с откидным сиденьем. Вот. Кстати, у этого прицепа колесное шасси имеет как бы осевой мост, в отличие от других. Вот я видел прицепы без оси, просто на как табуретка ножки с колесиками. Вот, то есть колеса не разойдутся в разные стороны под тяжестью, как у некоторых не самодельных прицепов, ну, которые вот имеются в продаже там у аналогичных, к аналогичным мотоблокам, ну, похожие модели. Вот. К мотоблоку, к этому, значит, имеются почвенные фрезы, есть комплект навесных всяких штук, плуг, окучник. И даже грейдер можно на него купить. Так, сейчас я вот покажу. Вот, есть фрезы. Грунтозацепные колесики. Значит, вот этот вот картофелекопалка на него вешается. Так, сейчас я покажу поближе. Плуг. Плуг вот такой вот у него есть. С адаптером.
Вот. И окучник. Окучник. Вот есть. Вот такой вот комплектик. Вот. Вот так вот. Ну, мотоблок, значит, заводится очень хорошо, практически как бы с первого раза. Я сейчас тоже попозже покажу очень это все. Значит, едет он быстро, очень, конечно. Я даже однажды на нем перевернулся, если честно сказать. Бак подмял. Вот. Вообще этот мотоблок — это полный аналог японского мотоблока Honda. FJ500 есть такая модель. Вот. То есть посмотрите в интернете, я могу ссылку оставить под видео тоже. Ссылку оставлю, где я его приобрел тоже. Если интересно, это не реклама. Это я просто делюсь, чтобы знали, что вот есть такой мотоблок, бывает вот такой. Цена у него 27 тысяч. Это сам мотоблок. Сам мотоблок. 27 тысяч я заплатил. Прицеп 14 тысяч всего лишь. Это все в 2017 году. 14 с лишним там с копейками. Ну, около 15. Вот. 6 тысяч навесное. Вот, это, значит, навесное, это идет у него в комплекте грунтозацепы, фрезы, нет, фрезы сразу в комплекте идут, почва фреза, а вот грунтозацепы и окучник и плуг, это уже отдельное, за 6 тысяч покупал, все в фирменных коробках, вот. Сборка, я повторюсь, это, конечно же, Китай. Вот, ну, китайцы бывают разные. У меня, я распределяю китайцев на честный Китай и на нечестный Китай. Так вот, вот этот мотоблок более-менее, вернее, даже абсолютно подходит под определение честный Китай. То есть без косяков, без всяких. Ну, есть небольшие, конечно, косяки там. Ржавеет, я посмотрел, он так где-то в каких-то местах. Ну, я думаю, это вся техника так ржавеет. Кстати, сама вот Honda FJ500, она также собирается только в Китае. И собиралась изначально только там. Японцы открыли, построили завод в Китае, и вот там собирают. Вот. Такой вот. Сейчас я немножко продемонстрирую тут вам, как он поближе выглядит. Вот, сейчас я его попробую завести. Так, вот заводится он, как все мотоблоки. Вот здесь вот кнопочка у него, клавиша. Вот, газ на полную выставляем. Вот, значит, бензонасос, значит, ну, открываем заслонку на подачу бензина. Это пока оставляем на холодный запуск. Кстати, все логотипы, вот тут вот обозначения все не перепутаны, как на некоторых китайских моделях. Вон, кстати, вот Hyundai ES210, 7 лошадиных сил. Вот здесь вот шильдик есть фирменный тоже. Вот. Вот он, указано 7 лошадиных сил. Ну вот я сейчас его заведу. Вот. Вытягивать трос надо, ну, плавненько, не дергать, а плавно, он сразу заводится. Вот смотрите. Ой. Ой, вот это косяк у меня. Сейчас я убавлю оборотики, закрою заслонку, открою, вернее, и убавлю оборотики.
такой вот он с этой стороны. Фирменная надпись Hyundai 2200. Ну, похож на все, на салюты, на всякие. Вот у него, значит, прицепчик такой. Вот у него защелочки есть. Вот эти вот карабинчики. Сейчас я попробую открыть. Камера неудобна. Кстати, вот номер какой-то при продаже. Вот, раз, открыл. Вот, открыл. Вот, смотри. Вот такое вот. То есть можно с другой стороны тоже борт открыть. Вот. Ну, конечно, он весь поцарапался, весь как бы. Вот так вот. Можно вот какой-нибудь широкий груз возить. Вот. Тянет прекрасно. Пашет пелену тоже себе. Вот есть вот такой вот ящичек. Вот он открывается. Такой вот. Там сошник, он тряпки лежат. Вот подстилка у него была, кстати, изначально там. Такой вот мотоблок. Сейчас я его выключу. Вот, все закрою, все заслонки сейчас. Вот. Так вот. Я извиняюсь, конечно же, за качество видео, за съемку. Вот. Как бы не очень-то я владею камерой, буду учиться. Вот. Так что вот, друзья, вот такой вот краткий видос по этому мотоблоку. Я не знаю, как я там обзор-то. Если какие-то подробности нужны, напишите в комментариях. Это был Hyundai T1200. Если будет интересно, конечно, то в дальнейшем сниму видео для всех о том, как этот монстр пашет. Вот всем навесным оборудованием, которое у него есть в комплекте. Он пашет трезво достаточно. Вот, так что, если будет интересно, отпишитесь, засниму, покажу. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания, пока.